Let's get. Я одна дома. Я слышу какой-то шум. Я такая думаю, все, либо у меня шиза, либо я уже, либо вора, что, кто пришел. Я заглядываю, никого нет. А дверь, короче, была, ну, жарко летом, дверь на балконе, между балконом и кухней была открыта. Я просто лежу, короче, на диванчике, залипаю в телефон и просто слышу. Я не понимаю, и просто он, видимо, как-то взлетел, пролетел через всю кухню, коридор, влетает в комнату и садится на занавески. У меня паника, я заезжала, я что делать, блин, помогите. А на окне, короче, решетка от комаров. И я такая, твою ж мать. И он, короче, с этой занавески сползает на пол, сидит на полу, а крылья длинные, ему никак не взлететь, ничего. Хорошо, с другой стороны, а чем он тут просто так вот прыгнул, я орел. Я укрылась, короче, пледом, видно только глаза, но что-то как-то не хотелось с ним встречаться, лицом к лицу. Я, короче, занавески все подвинула, открыла окно, вытащила эту решетку. Я такая, давай, ползи по занавеске. Короче, он пополз по занавеске, обцапал мне всю занавеску, оставил эти зацепки, обосрал ее и улетел. Hi, hi. Спасибо. Это была новая занавеска. Let's get. Hi, hi.